Флорибунда байланда Тандау 2008 год. Считаю ее породистой по следующим характеристикам. Особую эстетичность нам обеспечивают стремительно растущие боковые побеги. Растение выглядит объемно, диаметр 60-70 см. И в высоту прямостоящие побеги достигают 70-90 см. На каждом стебле формируется 8-10 цветков, собранных в соцветия. Преимущества: морозоустойчивость до минус 29 градусов, сильная иммунная система, обильное, почти непрерывное цветение, переносимость полутени. К недостаткам сорта можно отнести слабую устойчивость к дождю, образование ожогов на лепестках у роз, растущих под палящим солнцем, ну и отсутствие аромата. На юге роза цветет достаточно долго, и первый снег останавливает ее цветение.